Ладно, я здесь. Где он? Вон там, всеотец, господин. Командир, давно не виделись. В чем проблема? Да ни в чем, если ты намеренно строишь смертельные ловушки. Я лично одобрил проекты механизма. Причем достаточно давно. Что за муха тебя укусила, что ты ко мне прицепился? Что за парень? Карманников натаскиваешь? Знаешь что, Дурлин? От тебя несет паршивым медом. И это лучшее, что тебе можно сейчас сказать. А теперь слушайте. Говорит ваша мошна с золотом. Я хочу, чтобы вы знали. Я в вас уверен. Уверен, что вы сделаете мне эти механизмы, как и обещали. Вовремя, за оговоренную цену и, конечно, без травм. Гномы никогда не подводили меня и сейчас не подведут. Так? Хорошо. О, кстати, Один позвал меня осмотреться, и его вороны отнесли нас в Свартальхейм, где я встретил Дурлина. Он пытался заниматься своей работой. Мы сделали вид, что не узнали друг друга. Ну, я надеюсь, он сделал вид. Так вот, Один, похоже, не знает, что Дурлин помог нам найти Тюра.